Шуга, мэм. Если ты устал от хантов, если ты устал от приста с его ОТК, если четные и нечетные паладины тут и там попадаются тебе в ладере, тогда у меня для тебя есть отличная дека. Секрет паладин. Итак, данная дека стоит 4720 пыли. Здесь всего лишь одна легендарка, это Хранитель Солнца Тарим. Да, конечно, вы скажете, что данная легендарка вместе с дополнением Унгора уйдет через 3 месяца, но за эти 3 месяца вы можете взять на ней легко 5 ранг и пробиваться дальше в легенду. Поэтому дерзайте, берите, достаточно дешевая по нынешним меркам колода. Итак, почему она так хорошо играет против хантов? Здесь у нас есть несколько карт, которые позволяют нам захватить стол и очень хорошо отыгрывать от секретов хантов. Например, такая карта, как Хранительница Тайн. Искупление. Когда одно из ваших существ погибает, оно возвращается в игру с 1 единицей здоровья. Если у вас тяжелые карты, тогда этот секрет, конечно же, бесполезен. Но если у вас в колоде есть такие существа, как Праведная Защитница, тогда это просто топовый секрет. Представьте такую ситуацию. Противник бьется в вашу провокацию Божественный Щит, ломает Божественный Щит, ломает провокацию, но срабатывает секрет искупления, и у нас вновь на столе провокация и Божественный Щит 1-1. Плюсом, если у вас в руке есть заклинание Печать Королей, на следующий ход вы можете его сыграть и пробафать это существо. Естественно, у нас здесь заклинание за 5 к оружию. Вы вербуете 2 существ стоимостью 2 или меньше. Оставляйте эту карту на мулигане, потому что вы можете на 5-й ход занять стол. Также у нас в колоде есть Часовой с колоколом, который позволяет нам разыгрывать боевым ключом секрет, а также предсмертным хрипом. Божественная милость, чтобы добраться. Также здесь у нас есть существо Провидец Траумара, только для того, чтобы Похитительница трупов получила еще и Неистовство ветра. Поверьте мне, это очень сильно. Так что если у вас на мулигане приходит Провидец Траумара, отправляйте его обратно в колоду. Всегда. Очень мощная колода. Всем советую поиграть. Легко с 10 ранга, буквально за несколько часов, я поднялся до 5 ранга. Итак, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы увидеть новые видео. И посмотрим на геймплей. Итак, против нас Рексар. Что для Рексара? Наверное, нам стоит оставить Печать Королей. Это все мы скидываем. Праведная защитница зашла нам в руку. Это очень хорошо. Пока сложно сказать, что это за хант. Скорее всего, спелл. Но не обязательно. Теперь выслеживание. Многие играют. О, это секрет хант. Хранительница тайн здесь должна сыграть. Я никому не скажу. Я не буду биться. Какой смысл? Очередное выслеживание. Наверное, будет секрет. Ожидаем 5-й ход. К 5-му ходу нам нужно подготовиться. Свечка стрел. Неприятно. Секрет он не разыгрывает. Так. Что мы можем сделать? Наверное, мы сыграем монетку. Поставим защитника королей. И ждем. На следующий ход мы уже поставим Варгена с колоколом. Метка охотника. О, блин. Не отыграл я от этой штуки. Так. У нас есть в колоде искупление. Да, наверное, мы поставим его.
самопожертвованием. Окей. Воу. Это вообще неприятно. И не стал даже бить. Так, предположительно, у него там морозное. Либо у него там блуждающий монстр. А давайте мы запустим к оружию. Да, жаль, что праведная защитница не зашла. Так, он бьет. И печально, что открывает наш секрет. Но с другой стороны, его диалозавр тоже получает по голове. Так, чем же сходить? Так, это не морозная, это либо взрывная, либо блуждающий монстр. Наверное, это блуждающий монстр и взрывная одновременно. Окей. Играем так. И, наверное, еще так. Открываем секрет. Да, это блуждающий монстр, и огонь сейчас будет. Провокация, фигня. Огонь. Угу. Ладно, мы вскрыли эти секреты. У него в руке, наверное, пятерочка. В принципе, стол у меня еще есть, но у него может быть заклинание на 3. На 4, точнее, которое... Может вырубить моего варгена. Вот он. А, нет. Это kill command. Окей. Команда взять. Секрет очередной. Самопожертвование. Так, я думаю, здесь нужно играть второго жонглера. И похитительницу. Она же так называется, да? Да. Окей. Ну и, наверное, из... А, ну это может быть, кстати. Кстати. Привет. Нет, мы не будем ходить. Это, возможно, крыса. Крысу тоже играет. В принципе, сейчас мы можем неплохо добраться на следующий ход. Если он не играет Рексара, значит у него его сейчас нет. Значит, у него Зулджин, наверное, в руке. Так, не хочет биться. Я думаю, стоит играть... Молот. Божественный щит, блин. Проверять крысу или нет? А, он сдался. Джайна. С ником Джанго. Так, оставляем к оружию. Божественный щит. Я думаю, самопожертвование мы скинем. Божественный щит, ну, оставим. Сквайр авангарда, ну, вообще. Можно было его бы и скинуть. Ну, хорошо. Это какой-то контроль маг, похоже.
А, это элементаль. Угу. Маг на элементалях. Так, следующий ход он играет обилку, разбивает моего чувака, поэтому, наверное, нам стоит сыграть вот так. Кинуть секрет самопожертвования. Сейчас он бьется своим парнем и умирает, и обилкой бьется вот в это существо. Да. Так, ну на этот ход мы играем гидролога. Да, не знаю, насколько сыграет. Скрытая мудрость вообще здесь не заходит. Так, либо можно оставить покаяние. Но пока что он особо сильных существ не будет кидать на стол. Поэтому оставим, может быть, вот этот секрет. Я буду сражаться. Я только не помню, на обилку он работает или нет. Но сейчас проверим. Оп. Нет, на обилку не работает. Ну что ж, ладно. На следующий ход можно поставить похитительницу трупов. Ну окей, здесь похитительница трупов идет. Сейчас смотрите, он разбивает его. Провокация. Окей, на следующий ход мы кидаем к оружию. У нас есть Тарим. Может неплохо зайти. Да, у него пятый ход. У него есть, кстати, заклинание. Вот оно, наверное. Нет. А, это просто огненный феникс. Окей. Ну, здесь надо подумать. Здесь надо подумать. Мы, конечно, пятый ход. У него, наверное, на седьмой ход будет ответ. Да, наверное, придержим еще Тарима. Может, сначала добор? Да, давайте. Печать королей. Так, что за эффект? Плюс один к атаке. Неплохо. Да, давайте, наверное, сделаем плюс один к атаке. Идем, конечно же, в лицо. Так, лицо оппонента стремительно разбивается. Так, он сломал пушку. Это не беда. Это означает, что он не будет разыгрывать никакого особого спелла. А здесь у нас есть божественный щит, поэтому если он сейчас его сломает на следующий ход, то есть, смотрите, да, он бьется. Нет? Играет обилкой? Так, стукнул. Оп, божественный щит. Только не надо мне своей магии тут за 4. Сколько это может продолжаться? Сколько это может продолжаться? Так, ну мы что можем сделать? Мы можем разбить этих парней с помощью гидролога, например, и хранительницы тайм, но мы можем сыграть привет, также. Привет. Так, на следующий ход у него может быть семерка, он может просто зачистить мне стол. Не совсем мне бы это хотелось. Но с другой стороны. Так, окей, ладно, идем ва-банк. Окей. Так, еще. Свет меркнет, но мы будем... Два.
Так. Посмотрим, есть ли у него семерочка. Да, вы видите, да? Защитная матрица неплохо работает в этой деке. Зелиакс, вот это не очень приятно. Так, что мы имеем? В колоде у нас два существа, если нам... Давайте попробуем сделать... Так, у нас хватает, в принципе, я думаю, это летал. Да. Отлично. Провокация. Праведная защитница, точнее, хранительница тайн. Гримоман там мы сбрасываем. Остальное оставляем. Гидролог, ну класс. Неплохая стартовая рука у этого тоже. Окей, ставим хранитель тайн. И, наверное, мы сыграем монетку и поставим еще и провокацию. Так, если это Secret Hunt, то он сейчас немножко подзапарится, я думаю. Просто бьет лицом. Жонглер или гидролог? Я думаю, жонглер. Давим оппонента. Ну, я думаю, сейчас секрет, наверное, будет. Оу, спустится баг. Ну прикольно. Жонглера убивает, да? Что это, Мидхан какой-то, да? Я думаю, стоит играть праведную защитницу. На нее очень хорошо заходит секрет искупления. Если сейчас он ее убивает, то есть она снова возрождается, и причем с божественным щитом. Ну и заодно мы прокачиваем нашу хранительницу тайн. Так, одну партию спустить собак мы пережили. О, kill common. Привет. Жаль, что он на него кинул. Печать королей. Неплохо. Может быть, сыграть. Давайте, наверное, кинем все-таки на этого. На хранительницу. Потому что мы не знаем. Я пока, честно, я пока не понимаю, есть ли у него секреты, либо... Скорее всего, есть. О, ничего себе. А почему бы не кинуть? А, ну да. Привет. Ну, здесь мы играем в любом случае вот так. И пока никуда не бьемся. Да, Spell Hunt. Так, Грибомант. Грибомант. Можно сделать вот так. Привет. Так, что у нас здесь будет? Можно хранительницу тайн пока отправить на базу.
Морозная, наверное, все-таки. Я ставлю, что это морозное. Да, это морозное. Вырубаем нашего друга и, наверное, мы бьем в лицо. Игнорируем вот этого парня. О, вот это очень жаль. Об этом я не подумал. Так, играть ли третью? Блин, вот здесь, конечно, промах. Привет. Так, хорошо, мы играем Хранителю секретов. Играем Божественный щит. Играем Гидрологом. Так, что у нас здесь? Защитная матрица. Может, самопожертвование взять? Привет. Привет. Давайте возьмем самопожертвование. Здесь в лицо бьем. Ждем какой-нибудь пушки, либо, может быть, Хранителя Солнца. Тарима. Он призывает существо. Это провокация. Неприятно. Ты, друг, отлетаешь. Еще отлетает. Да. Это секрет. Вау. Ну ничего себе, он дерзкий. И у меня заходит молот. Неудачно, конечно. Хорошо, ставим гидролога. Так, можно приколоться. Пробуем. Окей. Так. Я предполагаю, что там, скорее всего... блуждающий монстр. Да. Так, ну десятки нету, значит... хотя у него может быть... Нет, все, у него даже Рексара нет. Лакер. Угу. Локирок. Смотрите, как ему будет заходить. Хранительство оставляем, самопожертвование убираем. Божественную милость тоже. Окей. Идем хранительницей. У этого чувака монетка. Оу. Вообще неприятно. Все знаете, что это за дека. Так, божественный щит. Сейчас вам выставить свою гиену гребаную. Так, прокачает ее нафиг. Так, ну давайте сделаем вот так. Здесь нужно чистить стол, потому что гиена. О. Так, ну давай что-нибудь просто на урон возьми и сломай. А, божественный щит. Да, совсем не то. Окей. Гидролог. Hmm,
Если он поставит свою, это может сработать, но мне нужно бороться за стол. Возьмем искупление. Так. И это Хафер. Так, давай. Что ж, красавец, красавец. Так, что же дальше? Гидролог, либо часовой с колоколом. Привет. Так, у нас будет провокация с божественным щитом. Я думаю, это неплохо. Теперь, если он ударится в него, то мне появится снова на нем божественный щит, и это достаточно неплохо. Но в следующий раз, конечно же. Надеюсь, сейчас не будет какая-нибудь... Привет. Так... Наверное, гидролог. Наверное, гидролог. Так, что у нас здесь? У нас здесь остался божественный щит. Может быть. Да, наверное, оставим это. Прокачали, сыграли. Бьем в лицо. Немного стол отыграли. Правда, надолго ли это? Так, у него есть пушка. Это крайне неприятно. Ой, стукнись, пожалуйста. Да. Красава. Ложись! На, смотрите. Агрессивно играет, да? Думает, на этом закончился мой стол, что ли? Что у него там? Рексар. Да? Наверное, раз пятый ход он очистил. Я думаю, что у него Рексар. Тогда лучше играть Тарима. Так, я думаю, лучше. Сейчас, если он сыграет Рексара, он мой стол не заберет. Мастерская тебе. Все. Я сдаюсь. Хантишка. Что против ханта? Против ханта нужно все это сбрасывать. Искать праведную защитницу. Какой-то секрет, ну, хранительница тайн тоже пойдет. К оружию тоже неплохо. Жаль, что вот эта карта пришла. Она мне вообще здесь ни к чему. Праведная защитница. Но я думаю, что здесь лучше зайдет хранительница тайн. Неудивительно, что против нас хант. Итак, по традиции, против ханта мы оставляем хранительницу тайн. Ищем секреты, чтобы закрепиться на столе. Привет.